До Нового года месяца на улицах столицы Чувашии уже можно видеть Дедов Морозов и Снегурочек. Все они спешат на шоу «Будильники», которое проходит каждое утро на Таванрадио. Наша съемочная группа побывала в гостях у коллег и узнала условия новогодней акции. 9 часов и 7 минут в Чебоксарах. Друзья, утреннее шоу «Будильники» продолжается здесь, на Таванрадио, на волне 103 FM. И мы очень рады, что вы с нами. И, дорогие друзья, вот и новый час настал. Это значит, что у нас сейчас будет еще больше интересного, потому что впереди нас ждет интересная игрушка под названием «Смог бы, спел бы». Также нас ждут в середине часа новости Ку, курьезные события. Ну и, конечно же, наш Дед Мороз и Снегурочка. Невероятный конкурс Деда Мороза и Снегурочек. За считанные минуты ведущие популярного шоу опровергают расхожее суждение о том, что утро добрым не бывает. Атмосферу праздника создают особые гости, прибывшие из сказочной Лапландии. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Если снежинка не растает, твоей ладони не растает, когда часы 12 бьют. Эй! Когда часы 12 бьют. Отлично! Наступающие! Чтобы попасть на шоу, загадывать желание совсем не обязательно. Условия акции уже размещены в официальной группе Таванрадио ВКонтакте. Декабрь, это каждый понедельник, среду и пятницу, мы приглашаем к себе различных Дедов Морозов и Снегурочек. Они у нас рассказывают программу, рассказывают какие-то необычные случаи, ну и дарят подарки нашим слушателям. В конце мы планируем выбрать самую лучшую пару, самого лучшего Деда Мороза и самую лучшую Снегурочку для того, чтобы подарить им наш главный приз. Каким будет этот приз, можно будет узнать в следующем эфире утреннего шоу «Будильники». Дарина Игнатьева, Анастасия Алексеева, Расиль Мухаметов, Республика.